Всем добрый день, с вами канал для тех, кому за, с вами Галина. Что удивительно, мы находимся на Крымском мосту. Историю Крымского моста все знают. Ой, я только могу в окошко показать, что справа море, мы на мосту, бескрайние просторы морские. Движение такое свободное, машин очень мало. Так, куда показывать-то? Вот. Очень интересно, конечно, просто как исторически проехать по этому месту, по этой великой-великой стройке. Какие-то работы ведутся, техника стоит еще. Ну вот такая вот панорама. Как видите, машин мало. Ощущение такое, как будто едешь по обычной магистрали. По хорошей дороге, каких сейчас очень много в стране, вот есть ощущение такое, что ты даже не на мосту, если не наблюдать справа и слева море. Все очень спокойно, тихо, никакой строительной даже суеты особо не видно. Представляете, как мало машин. Очень мало машин. Сегодня у нас суббота. Здесь немножко лучше просматривается железнодорожный мост, но строительство еще ведется. Вот, видите, вот эта темная, высокая, вот это, не знаю, вот эта вот полоса, это железнодорожный мост строители. Вот так вот он выглядит. Так, вот опоры мы видим железнодорожного моста. Видим, краны какие-то стоят. Дорога сухая, 9 метров в секунду, да, ветер. Вот так вот опоры. Нами, почему мы здесь? Нами овладело любопытство посмотреть это строительство, этот мост необыкновенный, который, говорит, там из космоса видно. Так, вот впереди арка. То есть мы возвращаемся в Москву из Сочи, и поэтому заехали сюда посмотреть на этот мост. Так. Вот железнодорожная ветка эта. Почему опоры как-то поднимаются все выше и выше. А автомобильный мост, он немножечко набирает, ну, как бы вверх поднимается. Ну, а справа и слева море. Знаем, так вот в окошечко. Море. Ну, там, ой, даже парусники какие-то, яхточки ходят. Разноцветные такие, интересно. Это фарватеры, наверное, да, помечены. Да-да-да, зеленые, красные, желтые. Так, вот мы, перед нами арки этого моста. Помните, когда показывали по телевидению, когда открывали мост? Вот они, мы проезжаем. Там вот железнодорожная, здесь мы под аркой едем. Что-то даже никаких ни кораблей, ничего не видно под мостом. Очень удивительно, я надеялась, что мы что-то тут увидим. Мы не видим ничего, ни одного пока корабля проходящего. Так, теперь мы спускаемся. Видим, вот стройка идет до железнодорожного моста. Вот какие опоры, кран стоят.
так, чтобы реально представить, что такое обещали когда-то пустить этот мост. Ой, эту конструкцию железнодорожную. Вот в таком состоянии сварочные работы, там еще какие-то работы ведутся. В общем, все вот так вот выглядит. Даже ни одного судна не видно, которое бы прошло. Ну, вот, похоже, к завершению, да? На суше, то есть замечаете, никаких резких переходов, обычная трасса, в Москве таких масса. Все, миновали. И написано: добро пожаловать Крым. Все, мы в Крыму. Все так просто. Вот нас встречает Крым такими домиками. Строительство идет, я не знаю, тут машины какие-то все роют. Вот эти мосты, видно, здесь будет проходить вверху тоже мост какой-то. И развязки, наверное, будут сделать, поскольку вот так вот строительство ведется. То есть новые дороги совершенно будут. Тех, которых здесь вообще никогда не было. Территория вокруг очень чистая, все ухожено, аккуратно так. Но меня поражает, что очень мало машин, очень мало машин. Даже просто. Через 1,5 километра съезд, поверните направо. Здесь такое строительство дорог, грандиозное просто, везде развилки. Это уже на территории Крыма, вот после Крымского моста. Здесь масса дорог, новые совершенно, все-все новое. Сверху мы поднимаемся на один из мостов. Ой, а впереди мы видим что-то военное. Ну вот, турне мы сделали, теперь возвращаемся в обратную сторону. Направление на Анапу, на Новороссийск. Едем домой. Сейчас мы поедем по другой стороне моста, в другом направлении, может быть, что-то еще увидим. Но все прекрасно поняли, что мост – это огромное сооружение, но, в общем-то, оно мало чем отличается от всех дорог, которые просто есть. Да, и машин сегодня мало, потому что сегодня суббота.
Обычно говорят, очень много машин на мосту бывает. Здесь все строится, удивительно, копается. Московский регион, наверное. Кусочек моря, рука трясется. Стоп, пока что по земле едем. Слева у нас уже море видно. Справа железнодорожный мост. Ближе вот так. Строится. Ветерочек какой-то. Не знаю, видно это. Мы ушли с маршрута. Так, там плавучая баржа какая-то. Здесь опять арки мостов мы видим в обратном направлении. Вот арка железнодорожного моста. Так, идет строитель, работает. Thank you.
я завершаю свое путешествие по Крымскому мосту. Немножко представления для интересующихся, я думаю, получили. Всего доброго. С вами был канал «Для тех, кому за». С вами была Галина.